Добрый день, друзья, добрый день. Игорь Жабский представляет. Я нахожусь в Рудной пристани Дальнегорского района. Это километров 30 от самого города Дальнегорска. Мы приехали, чтобы подняться на высоту 611, где в 1986 году разбился неопознанный летающий объект. Сегодня утром мы посетили это место. Погода была отличная, солнечная. После этого мы вернулись на свою базу, где мы остановились. Мы приехали 30-го приехали. 29-го мы уехали из Покровки, 30-го в 4 часа ночи мы приехали. Нас поселили на базе отдыха ДВО РАН в Рудной пристани. Тут красивое озеро среди гор. Вот за этими горами, которые впереди, находится море. Там два кигура, как так называемые два брата, которые мы можем лицезреть на наших российских деньгах. И вот мы готовимся к вечерней программе, которая будет возле музея, посвященная вот этому празднику, высоте 611. Было солнце, туман налетел. И вот я решил искупаться. Наши женщины тоже купаются. Пошел и я искупаюсь. Вода хорошая. Стоим, стоим, уже говорим нормально. Осталось только вот до баньки прокрасться. До баньки? Да. Вода классная? Классная, ну. Вон над водой туман. Открыли пляжный сезон в Дальнегорске. Ура! Дома некогда и негде, да? Негде. Дома негде. Мой друг, товарищ, купается с 1 июня. Где? Плохо солнце спряталось, так бы было вообще классно. Солнце спряталось, выпить туман. Все равно. Смотрите, сколько рыбки наловили, а? Солнышко закрытое. Алло, это кто там? Твоя нога, что ли? Не, на тебя наступила? Нет, нет. Значит, скорее. Что вас там фиксируют? Фотоаппарат. Или нет? Снимает. Снимает. Так что вы попали в историю. Вы попали. Мы ничего не говорили. Мы попали. Круто, мы попали на Зенитику. Надо проведать баню. Ну вот так с этой. Только что можно сидеть, а? Мы покорили сегодня Дальнегорск. Даже вылезать не хочется. Вода настолько теплая, настолько. Красиво. А какая туман. Она настолько прозрачная. Она как парное молоко. А поначалу казалось очень холодное. А там пробивается уже синева, уже может быть ветер уже кидает. Ой, ребята, ну, даже не холодно. Пляжный сезон, да, даже не холодно. В Дальнегорске. Не холодно, да, конечно. Да, вышли вот с воды. Ну что, узнаем про баню? Идем вот так узнавать. Сидят. Вот и все, друзья. Вот мы открыли пляжный сезон в Дальнегорске. Хорошая погода, туман, спокойно, ветра нету. Так что, пока, друзья, пока.